И снова здравствуйте, мои уважаемые телезрители и подписчики. Хотел бы вам сегодня рассказать еще об одном секретике, так как сегодня уже идет второй день, и вы, как я предполагаю, по моему совету, уже получили себе плюс 10 или, как я, плюс 8. Но я, к сожалению, попал с теми людьми, которые знали об этом секрете, и без 15-12 я с ними в одну группу влетел. Ну, соответственно, у меня шансов не было. Ну, хотя бы одно повышение я взял. Теперь об интересной системе. Если вы не хотите зарабатывать опыт здесь, а участвовать в бойцовском клубе, можно сделать небольшой хитростью. Можно бить более сильных уровней и при этом не получать опыта. Это делается очень просто. То есть выбираем игроков по уровню. Ну, допустим, я 29 уровня. И ищем игроков с синей лентой. Вот таких стандартов. Так, сейчас посмотрю по параметрам. Вот, допустим, этого. Ну и нападаем на него. Прокручиваем, все. Опыта нет. Опыт не пришел, а бойцовский клуб открылся. Ну, давай дальше. Сейчас быстренько. Сейчас их мы тут положим. Вот и хорошо. Вот и прекрасно. Единственное, что я нахожусь на 1500 месте. Ну, я же не бил их целый день. То есть, мне нельзя было. А зато, я на двойном повышении. Ну, сейчас меня сбросят, конечно. Второе, очень интересный секрет. Если у вас есть рубины, и вам их не жалко, и вы считаете, что будете двигаться далеко вверх, то есть плюс 25 и выше, и вы боитесь, что будет понижение, вам страховку купить лучше сейчас, пока она дешевая. Пока она на понижение не используется хотя бы один раз, она будет у вас здесь находиться. То есть вы можете идти, и где-то на плюс 25, получается, вас сбрасывают, и у вас еще есть один день, чтобы подняться. Страховка вам даст плюс. То есть вас не скинут на уровень ниже. То есть и вам не придется поднимать потом два раза. То есть вы начнете следующий день с того же самого момента. Спасибо большое за просмотр. Деритесь в бойцовском клубе правильно. Качайтесь. Счастливо вам!